Дорогие ребята, впервые путеводитель по Эрмитажу специально для вас. Значит, это мы дошли до листиков. Здесь, значит, листиков не надо, но так девушку тоже приведите в порядок. Что это? Вот так вот. Вот это, я считаю, теперь правильная скульптура, раз уж листики понаклеивали. Здесь все хорошо, не считая прически. Это, скорее всего, Прометей. Где его печень? Где печень? Печень где? И грязные пяточки. Это торс мальчика с птицей. Судя по всему, птице больше повезло с головой, чем мальчику. Еще кое-что мальчику не повезло, но не будем вдаваться в детали. А, вот и бижутерия. Доспехи, доспехи, мечи, доспехи, лошади, лошади мертвые, чучело лошадей. Ладно, мы будем фоткать.